Миссионерский отдел Симбирской епархии совместно с епархиальным отделом по делам молодежи провели интеллектуальную игру «Brain Ring. Россия православная». Вообще, это хороший способ привлекать к познаниям, потому что, когда у ребенку есть с кем сравнить себя, они к этому начинают подтягиваться. Вот, и это очень хорошо. Поэтому все друг к другу тянутся. Работая в командах, участники игры ответили на вопросы по Священному Писанию, истории церкви, краеведению. Часть вопросов была посвящена устройству храмов, наследию святых и церковным праздникам. Также была проведена интерактивная игра со зрителями. Православная молодежь перед началом самого мероприятия читали Богородицу. 3 раза, да. Помолились, и вот оказалось, что молитва, она способствовала нашему выигрышу. Слава Богу, просто. Всех участников наградили почетными грамотами, победителям вручили памятные призы. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.